Ты ближе. Нет. Да, ты ближе. Нет. Да. Ты ближе. Гардероб. Я буду подбирать луки. Мне относительно тяжело это говорить, но сегодня нас покинул один член нашей семьи. Наш питомец. Давайте на этом влоге наберем 5000 лайков и сходу выходит пранк. Чего? Высап, вампиры, с вами Скамелеон. И да, это новый влог, я давно их не снимал. На удивление. Пора возобновить, потому что сегодня будет много чего интересного. Где-то непонятного, где-то грустного. Где-то такого супер экстремального. Перед тем, как мы начнем, у меня сейчас будет столько подписчиков. Я до Нового года хочу 100 тысяч. Давайте сделаем на 1000 больше. И я моменталочкой выпускаю новый ролик. Следующий ролик выйдет пранк. Поэтому, если ты хочешь, чтобы он вышел как можно быстрее, подпишись на канал. На самом деле, первый день я хотел снимать максимально так супер, но уверенно. Везде все в итоге. Я просыпаюсь на улице минус 10. Я говорю, все, понял. Всем ассапа, это новый влог. Всем доброе утро, это новый влог. И я говорю. У нас появилось такое зеркало. И я наконец-то разобрал свои вещи. Спойлер, сюда не вместились все мои вещи. И тут еще больше половины. Вот, поэтому я не знаю, как я буду делать дальше, но ждите ролик про гардероб, возможно, в этом влоге. А я сейчас буду вызывать такси и ехать к стоматологу лечить свои зубки. Ребята. Еще, короче, нам повесили кольцо. На минуточку, кольцо. И я теперь настолько кайфую от нашей комнаты, потому что это реально комната мечты, комната детства. Когда я смотрел Ивангая и еще кого-то, я такой, вау. И сейчас, по факту, у меня то же самое, я такой... А, они такие все, а я такой, пур-пур-пур. Короче, все, я вызываю такси, еду, и скоро помощь. Перед тем, как я поеду, я только что чуть ли не провтыкался. Лиза попросила взять всякие такие ее вещи, потому что она сейчас дома. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо, мать нехай. Короче, нам надо взять... Отдай! Потом взять... Что? Что еще она просила взять? Я забыл уже. Единорожку. Где он? Вон он. Голова, ребят, голова. Так, единорожку. И что-то еще она просила взять. А! Кошелек. Я ж надеюсь, это кошелек. Вот, поэтому все, я в принципе все взял. Идем все упакуем и потихоньку будем выезжать. А еще у меня на канале относительно давно не было влогов. И я такой, типа, че? Они такие все, че? А я такой. У меня не верила нет, и ты тоже не верила нет, извини. Тут я немножко расскажу, потому что, когда я поехал к стоматологу, он мне сделал два зубика. Вот эти, вот тут два зубика сделал. Меня ужасно похеровило, потому что я сидел у него где-то часик, и мне там иголки всякие совали, потому что, как я говорил, у меня проблемы с зубами и с головой, крыша вообще едет, о чем мы. После стоматолога я поехал к Лизе, и что вы думаете? Я просто вырубился. Я просто ушел в аут. Я не снял, как мы посмотрели одну серию удивительного мир Гамбола, как мы покушали, как Лиза вязала мне единорога на минуточку. Следующий день начался с того, что мы проснулись, улыбнулись, и Лиза сказала, что она... Всем доброе утро! И как вы думаете, Леончик умничка, он писал целый вчерашний день? Нет. Я вчера рассказываю. Ага, Лиза зевает. Я снял. Короче, я вчера поехал к зубному. Он мне сделал два зубика. Это было на протяжении часа, и был жуткий мороз. Я не хотел включать камеру на улице, потому что было очень холодно. Вот. Потом я поехал к Лизе, я у нее потусил буквально минут 40, отдал все, что я ей вез, и я вырубился. Просто вырубился. Мы смотрели «Удивительный мир Гамбола». Да, и перед этим Лев покушал вкусненько. Да, я вкусненько поел. Но, короче, я буду писать сегодняшний день полностью, и сегодня наконец-то будет стрим. То, чего многие ждали, мне кажется. Вот так вот она относится к моим подаркам. Бросила в углу. В смысле? Я поставила аккуратно, это самое аккуратное место.
Вот, поэтому сейчас будем потихоньку собираться и ехать в дом. Но сначала покушаем, я хочу покушать вкусной еды, а потом уже ехать в дом. Вообще, я хочу чая. Котя, сделай мне чая. Ты ближе. Да ладно. Короче, пока выключаюсь, как только будет что-то... Не пытайся стать дальше. Ты все равно ближе. Что это ближе? Ты ближе. Ты не ближе? Ты ближе. Тут ноутбук вообще валяется. Кто-то его сейчас сломает. Ты ближе к кухне, иди чай варить. Ты ближе. Нет, я не ближе. Ты ближе. Я не ближе. Ты ближе. Нет. Я ближе. Нет, да, ты ближе, правильно сказал. Нет. Ты нет, ближе. Нет. Ты ближе. Нет. Все, нет, ты ближе. Я не ближе. Ты ближе. Нет. Да, ты ближе. Нет. Да. Нет. Лиза, я сейчас уже придумаю, что тебе сказать. О, обнимашки, как это мило. Да, вот бы мне моя любимая женщина сделала мне чаю. Вот бы мой любимый мужчина сделал бы мне чаю. Вот бы моя любимая женщина, которая первой сказала, сделала бы мне чаю. Вот бы мой любимый мужчина сделал бы себе чаю. С жопа. Идем сделаем. Да я же не боюсь, что ты брал. Паркур. Как паркур, ты сейчас кровать сломаешь. Я тебе жизнь сломаю. Я тебе сейчас дышу сломаю, я тебе сейчас нос сломаю. Боксерская груша. Я уломал. Не уломал, я сломаю. Мне моя любимая женщина делает не чай. Тебе помощь нужна? Да. Тебе какой чай? А тебе? Ромашковый, черный, мелисса. Я хочу мелиссу. Я хочу мелиссу. Смотрите, у Лизы есть патюк. Нет, о, я... иди сюда. Все. Есть вот такой. Я хочу мелиссу. Есть вот такой. Мелиссу хочу. Хорошо. Хочу мелиссу, меня не слушают. Мелиссу. Смотрите на патюка. Привет, Андрей. Как вас зовут, Лиза? Лиза, как зовут крысу? Чё? Как вас зовут? Крис. Крис? Да. Это американское имя. Я думал, его зовут Серега. Я бы хотел, чтобы его звали Серега. Этот Хаги-Ваги. Хаги-Ваги серого цвета. Хаги-Ваги золотой Серега. Золотой Хаги-Ваги богач. Зеленый Хаги-Ваги зомби Алексей. Покажи, как мы покормим его. Сейчас будем кормить Хаги-Ваги. Он что, веган? Это просто перекус был. Держи. Перекус в Fortnite, короче. Перекус Хаги-Ваги. Хаги-Ваги? Ой, я боюсь. Ой, на Хаги-Ваги. Ой. Тогда ему ближе. Смотри, Хаги-Ваги богач. Хаги-Ваги богач съел зелень. Заплати ему. Какой зовут пса? Мне 3. Кстати. Ты не офиген? Максимум, что могу предложить, это 1,5. Тогда мне ничего не надо. Ну да, ты же золотой Хаги-Ваги богач Серега. Конечно. Чтобы понимали, я сейчас вам включу мем этот, чтобы все были на волне этого хайпа, на котором мы с Лизой. Мы сейчас. На волне хайпа. Мы на волне хайпа. Подожди. Вторая часть. Матвей, отчим Хаги-Ваги. Серега, Хаги-Ваги зомби. Какой ты Хаги-Ваги? Серега. Я Серега, Хаги-Ваги зомби. А Лиза, вот, Хаги-Ваги богач. Нет, золотой Хаги-Ваги богач. Вот, Хаги-Ваги, которому 1000 лет. Это Рома. Пишу. Сделал предложение мне на дом колечко. Это вот этот вон надевается, и все, вы золотой Хаги-Ваги. Богач. Богач. У Лизы такие классные люстры в доме. Я на самом деле можно.
Такое у нас вот золотое утро. Утро золотых двух хагиваги-багигачей. Нет, я горячий. Скоро Новый год, настроения нет. Почему? Новогодний. А Лиза мне в течение 3 недель уже душит с подарком. Лиза, я знаю, что мне подарит. А? Я знаю, что мне Лиза подарит. Что? Дайсон. Неправда. Ребят, напишите, что за подарок может быть на S. S. O S. 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 O S. Мальчик из стресс. Не-не-не. S. O S. 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 O S. У мальчика стресс. У мальчика стресс. S. O S. 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 Да, помнишь, кринж я снимала? Ну, я такое не снимала, честно. Снимала? Снимала? Нет. На самом деле не снимала. Все, ладно, мы пить чай, собираться, когда будет что-то интересное, я включусь. Короче, сейчас Тачебупели докрасится. Угу. И мы наконец-то едем. А, мы идем кушать, а потом едем в дом. Мы уже приехали, я уже в доме. Я вам могу нормально показать колечко. Вот. Эти спят. Мне кажется, Миша спит 24/7. Вот. Лиза предлагает мне поехать в Авину, потому что... А еще, Миш, можешь выключить будильник? Хотя пусть играет, пусть просыпается. Это жопа. Вот это. Мне предлагает поехать с ней в Авину. Но я сейчас еще не знаю, поеду ли я, потому что мне сегодня еще очень много дел. Но я кое-что хочу докупить, как бы, к подарку Леона. Я не знаю, что это. Но она мне его должна уже вот-вот подарить. Ну я же не прям подарок, это докупить кое-что. Она сказала пару дней... А уже остался день по факту. Я завтра получу подарок? Где-то послезавтра. Угу. Она мне сегодня позвонила и сказала, что вот-вот, я его уже купила, жди. Я не могу понять, что это, поэтому, пожалуйста, напишите это в комментариях. Видос про подарок, скорее всего, выйдет у нее на канале, потому что она готовит там что-то такое супер-сверхъестественное. Поэтому, да, ждем. Короче, не знаю, что сейчас буду делать. Я купил себе покушать. А еще могу показать вам зубки. Не могу показать, оно в расфокусе. Короче, у меня уже почти плюс-минус закончена верхняя челюсть. Верхние зубки. Еще как бы надо походить. Вот, но скоро я уже золотые это все... Золотые хаги-ваги богач. А ты зеленый хаги-ваги-зомби. Почему? Потому что я так его заполнил. Я маленький ты, хаги-ваги... Ты синий этот... хаги-ваги-карапуз. Все. Вот, поэтому я очень хочу закончить все зубки, чтобы я такой был. Вот, такой вот принцесса. А теперь немножко о грустном. Сегодня днем, когда я приехал... Я узнал, что нас покинул один член семьи, который жил с нами на протяжении всего времени. На протяжении 4 месяцев жил с нами. И это очень грустно, я узнал об этом сегодня. Я не хочу записывать это при Мише, чтобы как-либо его трипать и так далее. Хомячок, который я подарил Мише, погиб. Просто в один день он не вышел кататься на колесике и все. Хомы больше нет. Я не знаю, как это комментировать, я надеюсь, никто не будет писать в комментариях по типу «Вот это все потому, что вы за ним плохо следили, ребят, мы хорошо за ними следим». И то, что мы показываем в кадре, что там кто-то мне писал, что «Вы не упускаете Кики гулять, откуда ты знаешь, что мы не упускаем Кики гулять? Откуда ты знаешь?» Мы каждый день, Миша выпускал что Хому, что я Кики выпускаю, каждый день. Я ее утром выпускаю, я выпускаю ее вечером. С Кики, благо, все в порядке, но Хоме в этом плане не повезло, при том, что у хомячка на постенке была еда, в комнате было тепло, водичка всегда была на месте, я не знаю, с чем это связано. Самое забавное, что за день до смерти он был супер гиперактивный. Ну, типа, он бегал, прыгал, все было хорошо. Такая вот история. Поэтому, если у вас есть сейчас рядом любимый питомец, подойдите, обнимите его, потому что в один момент его может не стать. А я вас всех очень сильно люблю и всего вам самого наилучшего. Он всегда останется вот тут вот. Далее, наконец-то, кто ждал? Гардероб. Ловите гардероб.
Шоу 2020-2027 год. Леон так и не снял видео про гардероб. Я вот так вот креативно вешаю свои вещички, могу одеть потом. Это мерч Майота. Реально? Да, ты не знал? Где ты узнал? На концерте Майота. Ты мое море. Идем дальше. Тут у меня висит черная футболочка. Ой, тут уже темно, подожди. Тут у меня висит черная футболочка Хаги-Ваги. Хаги-Ваги африканец. Серьезно. Тут у меня висит такой вот мерч. Такой вот. Люблю, знаете, Snoop Dogg. А, у меня многие... Если серьезно, в основном все свои шмотки я беру с бартеров. То есть мне присылают инстаграм-магазины. Если вдруг вы хотите, приходите в инстаграм и смотрите, потому что я там на постоянке отправляю ссылочки на шмотки. Например, сейчас я вам покажу, потому что мне только пришли шмотки, я должен сделать им рекламу. Вот, и я обычно делаю рекламу только если шмотка классная. Если шмотка залупа, я рекламу не делаю, я говорю до побачення. Идемте к зеркалу. Вот такой вот худосик, но он вообще сногсшибательный, я считаю. Не, если без рофла, он по качеству хороший, главное, что это не прям залупа, и оно выглядит умечательно. Вот, поэтому я могу вам это советовать, и еще где-то что-то... Подожди, вот вопрос, кого он сногсшибает? А, тебя! Вот почему ты сказал сногсшибательный, да ладно. Ты дурак, кстати? Умечательный. Это он меня толкнул только. Ты что, пьешь? Бухаешь? Вы бухаете? Бухаете с мужиком? Я люблю выпить иногда вот такое шампанское. Единственное, что я в последнее время пью. Ой, мы переходим к моему гардеробу. Там половина висит до сих пор у Миши, потому что мне не хватило вешалки. Мне надо, я не знаю, какая вешалка, чтобы я мог разместить все вещи. Это мой любимый магазинчик, это Rare Bicycle, вот. Я на него подписан в инстаграме. Если кто-то хочет, можете глянуть. У них очень качественные и кайфовые вещички. Ой. Я ношу разные кепочки. Это все я покупаю в инсте. Вот это такое залупа. Мне шла с Алиэкспресса. Миллион лет. Но она крутая. Я ей ставлю лайк. У меня есть всякие такие сумочки. Это Бершка. Это Джек Вульфскин. Это инстаграм-магазин. Опять же. Бомбер, это реклама, Rip and Dip. Я люблю Rip and Dip, но вот этот худосик, блин, я не хочу вам доставать. Давайте так покажу, чтобы это мне было так. Давайте так, если вам будет супер интересно, я сниму прям отдельный видос, где буду подбирать луки и показывать вам что к чему. Rip and Dip мне дарила Лиза. Balenciaga, это мой подарок на день рождения от Романуса, нашего продюсера. Я придумал. Вот. Это тоже Инстаграм. Типа, магаз в инсте, фарфи. Я с ними на постоянке почти работаю. Они часто мне что-то засылают. Это мой самый любимый худос, хоть убейте, из тех бартеров, которые у меня когда-либо были. Это просто... Он вроде черный, да? Но мне безумно нравится этот капюшон с вот этой вот нашивкой. Я не знаю, я фанатею от такой залупы. Мне скоро придет повязочка такая черная с вот подобной нашивочкой. Скоро это когда? Как и все твои посылки? Я уже жду посылки с Алиэкспресса больше месяца. Тоже мой любимый худи. Один из моих любимых худи. Давно его не носил, но он классный. Тут есть как бы внутренняя часть. А, еще штаны. Это Cuteful. Тоже это украинские. Это все украинские бренды. И они все такие кайфовые. Но момент того, что если вдруг вам что-то интересно, опять же, следите за моим инстаграмом, потому что в сторис я пощу все эти шопы. Это был один из удачных... худосов из отбежки. Я его тогда взял. Третий раз они пытаются повторить этот худи, и они выпускают какие-то залупные. Вот, поэтому... Я, кстати, работал с Бершкой, они мне засылали. Не работал. Работал. А, так ты что, на работу пошел? Ты же говорил, что никогда не пойдешь. Получается, да. Они... Опа! А это сюрприз. А это мерч Гонфлада, ребят, посылочка. Ой, Майотика. Это реклама интеграции. Майотика. Майотик заслал так по-братски. Это тоже фарфи. Что у меня еще есть? Как-то маловато. Широкие джинсы, это Nike, я очень люблю Nike. Это тоже Cuteful, такая прозрачная футболочка. Так. Я очень люблю этот свитерочек. Мне его засылали год назад. И, чтобы вы понимали, я задал такой тренд этому магазину, потому что мне присылают этот худос. И я такой, блин, черный, такой темный. И я вижу, внутри он белый. Я пишу чуваку, чей это магазин, а можно носить? Он типа двухсторонний, он пишет нет. Я такой, а я буду носить задом наперед?
И я, короче, начал фоткаться, и все начали писать, типа, где взять конкретно белый свитер ему. Он мне пишет: чувак, я не знаю, что ты сделал, но ты гений. И у него все начали покупать, и он начал выкладывать к себе в магаз. Ты же в курсе, что Кьютфу выкладывал все в сторис, и говорю: двухсторонний свитер. Вот. Это, кстати, выцепил в H&M. Она такая простенькая, она такая, знаете, American vibe, American, такие, ВДВ еще можно. Тут такой... написано Bissos. Это такой бисквит. Голубой обыкновенный хаги-ваги. Что у меня еще есть? Белые базовые футболки и свитер, тоже украинский бренд Alanthers, с которым я чуть-чуть посрался, но все же. У меня есть такой рюкзачок классный. И пойдемте сюда, покажу вам еще что-то. У меня есть классный худос. Тоже с инсты, ребята, все идет с инстаграма. Он очень теплый и очень классный. Да, это вот эти штаны можно конкретно Алике найти, я знаю. А тебя можно найти на Алике? Разве что тебя. Вот эти штаны, кстати, я сам заказывал с Алиэкспресса, ждал их месяц, помню. Это было давно. Я помню, Леон при мне их заказал, хвастался. Чтоб вы понимали, с этих штанов, с оранжевого худи и с... У меня осталась эта штука, только что я видел. И с вот этой вот штуки началась моя деятельность в ТикТоке. Типа, если б я специально не снимал полтора месяца, я ждал, пока мне придет этот шлак, чтобы начать снимать ТикТоки. Я помню, ты мне каждый день отчитывался, где твоя посылка находится. Да, это была же... Я человек, который ненавидит ждать. А это шапочка, которую я должен был сделать мерчем. Вот, но что-то не сделал. Это шапка черного хайпа. Но она как бы не... Она устарела уже. Уже не хайп. Сделай поэтому... вот эту. Вот эту? Ну, я бы сделал. Я вот... Такой мерч... Теперь у меня таких... Мерч, шапка, дырявый Леон. Дурак. Ой, пойдемте обувь покажу. Это я очень люблю. И я люблю этим хвастаться, потому что я... А, вот это классное тоже. Тут написано «Скамлю женщин». Беременных женщин. Идите. У меня есть, они уже старенькие, достаточно форсы, которые вот так вот. Как вы можете понять, я очень люблю Nike. Это модель, по-моему, 2000 года. Это очень старая Air Force. Это не Джорданы. Еще у меня в ТикТоке было все завалено тем, типа, что это за кроссовки, что это за Джорданы. Вот эти тоже сейчас одни из моих любимых. Еще есть вот эти. Красоточки мои. И, блин, и у меня еще где-то Прада, я не знаю, где они. По-моему, лежат. Тут в коридоре. Да? Это моя самая вообще дорогая покупка. Из всей одежды, которую я покупал. Это я подарил Леону на день рождения. Конечно. Я жду такие себя на день рождения, Миша. Ну, я тоже. С Авито закажешь мне? Да, я тебе закажу паленая Прада. Это будет ужасно, кстати. А, подарки нельзя сжечь, блин. А еще я максимально против пали. Вот, ребят, ни в коем случае не покупайте паленые шмотки, как вы, допустим, сейчас видите. У меня не супер много брендовой одежды. Ну, прям мало ее. У тебя только Balenciaga, по факту. Balenciaga, Rip & Dip. Ну, Treasure я отдал Мише. И Nike. Все, что у меня есть. А где мой свуш? Ты не видел мой свуш? Это вот черная кофточка с найковским логотипом. Нет. Я и серые твои давно не видел, я хотел одевать их. Серые это что? Зипки. Зипку. Я только одну у Лизы в комнате видел, а вторая не знаю где. Короче, у меня еще шмотки по дому очень в потерях. Такие вот дела. Я не знаю, я решил показать это максимально минималистично, потому что, чтобы вам было это максимально интересно. И, опять же, пишите в комментариях, если вам будет интересно. Сниму отдельный видос, где я буду делать всякие луки. Хорошо? Спасибо, Мишган, что снял. Короче, вот как-то так у меня все происходит. Сейчас лечу свои зубки. И надеюсь, в скором времени покажу свою такую, знаете, мою красивую улыбочку. Вот, как только все доделаю. А доделаю все, скорее всего, только к концу февраля. Еще касательно подарка, который сделала мне Лиза. Она сказала, что она его уже купила, но она мне вообще не говорит конкретно, что это. Поэтому я вместе с вами буду его ждать, и я надеюсь, что вскоре мы все узнаем. Скорее всего, на канале Лизы, потому что она сказала, что сделает мне какой-то квест, и я не знаю, что это может быть.
Поэтому можете написать свои догадки в комментариях. Мне будет очень интересно, вдруг ваша мысль натолкнет меня на то, что она мне подарит, блин. Я не знаю просто, что ожидать этого человека, потому что это подарок по факту на год отношений и Новый год. Я ей сразу говорю, мне ничего не надо, женщина. Мне достаточно того, что ты со мной рядышком. Вот. Но... Кот, если ты смотришь, я тебя люблю. А еще вы наверняка забыли о том, что у меня на канале существуют распаковочки, да, на минуточку. И многие писали «хочу посылку», поэтому если ты хочешь посылку, в следующем ролике обязательно пиши «хочу посылку». А сейчас мы будем распаковывать посылочку. Короче, пришел вот такой вот красивенький бокс. Это, сразу хочу сказать, это очень дорогая посылка. Она стоит в районе, по-моему, 3000 гривен. Может меньше, может больше. Кину вам маленький спойлер. Это уходовая косметика для лица. Я вам сейчас покажу так мельком, чтобы вы перешли в Инстаграм, где я буду все это тестить, пробовать на себе, что моей коже нужна помощь. И The Beauty решили мне помочь и отправили мне такую штучку. Вот. У них, кстати, можно купить эти боксы. Так, у нас тут идет карточка на 10% на любую продукцию. Далее. Маска, я так понял, это маска для сна. Еще какая-то крутая маска для сна. Выглядит, знаете, выглядит дорого. Знать бы, зачем оно все. Тут идет какой-то крутой антисептик. Честно, у меня никогда не было антисептика, и вот он у меня появился. Спасибо. Это для лица штучка. И еще куча штучек для лица. И тут еще где-то патчи. А где патчи? Миша, а где ты патчи находил? А вот не скажу. Не, серьезно. Это не анорза? Что, нету? А, нет. А у тебя то же самое, что? У меня такой штуки нету. Да? Да. А, тут в разных боксах разная косметика. Это такое, по-моему, штуки мне нету. А, они все разные присылают. Короче, в Инстаграме увидите полный разбор. И жду вас в Инстаграме. Вот такой вот получился влог. Да, он не супер большой, но в принципе... Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Ждите следующий ролик пранка. Еще вам понравились летсплеи, поэтому я планирую пулять их частенечко. А еще я не показал во влоге, я нашел вот такое вот колечко. Можно фокус на колечко. О, это Лунтик. Я нашел колечко Лунтика, когда пришел к стоматологу. Она лежала на лавочке, и я его забрал. Ну а всем спасибо большое за просмотр, ребятушки. Если мы реально наберем 5000 лайков за один день, то на следующий день сразу выходит влог. Ой, выходит пранк. Кто сидел на стриме, слышал, какой пранк я буду снимать, поэтому почаще заходи на мои стримы, потому что там так лампово, атмосферненько и уютно. Но я всех вас сильно, очень, очень, очень даже сильно люблю. Всем удачи, всем пока.